Всем привет, ребят! И сегодня мы будем играть в Катерзиллер опять и проходить боссов. И, возможно, в главе 4 попробуем пройти уровень тут. Поехали, ребята! Так, первая глава — это трава. Пауки уровень называется, где первый босс. Помните, мы его пытались пройти? Ну не прошли, сегодня мы будем проходить Hall Bosses. Ай, блин. Нет. Ладно, как-нибудь сможем. Хоп, ладно. Ай, блин. Нет. Ладно, давайте, ребят, заново. Да тут очень сложный уровень, ребята. Потом дальше будут вообще адские уровни. Но я не буду рассказывать, какие боссы будут. А то вы сами, наверное, догадаетесь. Вот это так, это божья коровка. Это один из монстров. Есть разные монстры. Давайте пройдем. Ну чё? На меня? Ха! На. О, звездочка. Звездочки. Жалко, что сюда прыгнуть нельзя. Я бы прыгнул. Так. Такая мы едем на этой. Хоп. Так, там звезда будет. А чьи моих звезда? Ого, круто. Ладно, ребят, давайте прыгнем. Оп, скорей. Так, ставим тут чекпоинт. Чекпоинт это, чтобы не потерять игру. Штуковинка. Она везде есть, во всех играх. Я уже проверила. Ну, только нет, это Magic Rampage, там нет чекпоинта. Так. Если на хвост наступит, то это ничего. Голова главное, чтобы головы не коснулась вот эта штуковина. Ай! Черт! Боже мой, чуть не умер. Так, паук мохнатый, волосатый. На. Паук мохнатый, волосатый. Как это вообще? Паук мохнатый, волосатый? Во, вот это босс! Это и есть паук мохнатый, волосатый. На. Ну, что получил? Да. Ха-ха-ха-ха! Он меня догоняет! На! Ну что, еще получить? Оказывается, этот босс еще реванш будет. Так что мы сегодня... Ой, блин, из него сколько пауков выпадало! На! Есть! Да малохнатый паук! Вот что такое, там какая-то пружинка. Привет. Это бонусный левел монстра. Тут монстрики эти. Три звезды, ребята, мы прошли этот уровень. Ну, вообще на 100% уровень пройти, это значит 100 фруктов набрать. Но это очень сложно сделать. Практически невозможно на боссе это сделать. Оп. Ну чё, хоп. Оч, оп, есть. Вот что такое. Отлично, время следующего босса главы. Так, 71, посмотрим, как нас похвалят. Весьма хорошо, ребята. Мы хорошо сделали. Теперь уровень пустыни. Глава. Конечно же, вот это. Уровень называется Улей. Это последний уровень главы. Вы же догадались, какой там босс будет? Увидите. Там еще эти истребители какие-то будут, как я помню. Но это не босс. Это другие там будут эти ребята еще. Это одни из монстров.
Так, у меня, ну, смотрите, так, чекпоинт, те фруктики. О, пчелки. Вот это я помню, пчелки сложные, ребята. Не очень сложные. Очень сильно жалит. На. О, на. Ха! Теперь. О, еще одна пчелка она меня заметила. На. Фух. Есть, ребята, мы победили. Ой, ребят, глюк. Ладно, лак, глюки, это все. Мы любим. Скорей! Фух, фух, успели. О, чекпоинт. Ой, вот это истребитель. Я бы о них говорил. На. Это этот шарик шипастый, вы его знаете. Он его показывал недавно. Шарик шипастый убить нельзя. Так, тихо, истребителем мы грохнули. Ой, он готов стрелять. Вот эти опасные ребята. Я их всех стараюсь гасить. Так, 66 фруктов. Ай, фу, ой, боже мой, видели эту свиту? А, блин, ах вы, пчелы. Оп. На, пчелы есть, фух, отделался от них. Опасные пчелки, видите, они как жалятся, у нас аж одно сердечко ушло. Так, устанавливаем здоровье. О, вот это босс, как его обойти-то? Ой, извини, мой, он рыгает пчелками. А, он задницей сейчас будет, я вспомнила этот уровень. Ну что, задницей хочешь меня съесть? На. Хочешь получить? На. У него... Чем меньше полосочек, тем лучше. Мы побеждаем его, когда у него полосочки уходят. На. Ну что, еще хочешь? А, блин, он меня ударил. Ой, блин. На. Опасный мужик. Жалко, я его ударить не успел. На, есть, мы его победили, ребята. Ребята, мы его победили. Так, что там, ничего нет, там шипы. Та-та-ра-та. Та-та-ра-та-та. Так, 91 фрукт. Нормальный такой результат. Лучше, чем в прошлом уровне. Ням-ням-ням-ням-ням. Отлично. Молодцы мы, ребята, с вами. И третья глава. Планета X. Очень сложная. Вот это, помню, проходил вот, кошкин дом уровень. Я просто... Притяжение, водные шары, безрассудство, паутинка, песчаники, пузырьки. Вот Танкенштейн, это одно из... Вот там босс обитает. И там куча истребителей этих, которых я не люблю, ребята. Там очень опасно. Во, видите? Убедитесь сами. Нужно вот этих всех истребителей гасить. Еще они и стреляют. И им все равно, кто ты такой. Главное, чтобы полить по тебе. Так, фруктики заберем. Давайте попробуем пройти это на 100%. Ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ура, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням. О, вот это опасное. Фух, вот там должна быть эта звезда. А чей мы их тоже? Фух, прошли, ребята.
это было жестко. Очень жестко. Ой, эти уже стреляют, заметили меня. Вот эти зелененькие, они на колесиках, они их ездить умеют. А те просто это опоры такие. А, ну что, выстрелил. Все, он потерял пули, это наш шанс. Ай, ух. Ух, промахнулись они. А, блин, нет, фрукты. Есть, собрался фрукты. Опять. Очень опасный уровень. Надо подождать, пока они все патроны свои потратят, а потом нападать. А патронов у них 3. Пока дождешься, не пойми, что произойдет. Ну что, стрелять собираешься? Оп, промахнулся. Промахнулся. Оп. Все, ребята, с ним покончено. Очень сложный уровень. Ну, что-то, когда я снимаю, у нас с вами все получается. Нет, нет, фух, смог. Вот там босс будет еще впереди, так что ого-го, еще сколько фруктов надо будет добыть. О, вот это сложный уровень, уровник. Фух, фух, тут на этом кольце все... Есть, все, все фрукты собрали. Без исключения. Есть. Вот тут, по-моему, босс должен быть. А где? Тут будут эти ребята. На. Так, да, тут ребята должны быть. Да. О, нет, еще и эти шипастики, которых я не люблю. Особенно, когда они вдвоем, это опасное зрелище. Так, это ты лицо потерял. Ха! Их сзади вот так надо и убирать. А, еще один шипастик идет. Хоп. А, он оборачивается, он любит оборачиваться. О, нет, опять эти шипастики, которых я не люблю. А, я знаю, как с ними расправляться. Нужно одного там оставлять. А, блин, не. Я... Ладно, я вот этого там оставлю. Есть, все, теперь он один. А я весь без сердечек. А нет. Ладно, он не перевернется же. Да, он не перевернется. Ладно, убиваем его. 81. Ребята, еще немножко осталось утерпеть нам. Блин. Да когда это кончится? Я уже не хочу, чтобы это начиналось. Оп. Блин, нет. Давай, гаси его скорее, пока он не перезарядился. Жесть, ребята. Жесть. Это же жесть. Ой. Блин! Ладно, ребята, ну, мы не прошли этот уровень, так нечестно. Не домаялся с этим уровнем, ладно, не будем его проходить. Хочу сразу сказать, там гигантский инопланетянин, на том, это босс там такой, гигантский инопланетянин, Франкенштейн ненормальный, я его не смогу пройти. Вот это вот, а вот это финальный, вот это самый опасный уровень. А тут вдвойне у меня уровень называется. Вообще непроходимый. В 100 раз хуже того. Так, это двойной прыжок. Это бонус такой. Я могу делать двойные вот такие прыжки. А, я знаю читерский прием. Хоп, хоп. Ага. Я пролетел. У-ху. И вот так просто пройти, ребята. С этими... сталкерами, не заморачиваясь. Ну, вы знаете, про кого я говорю. Про тех шипастиков. Черных с глазами. А
Хотя тут тоже сталкеры. Ой, вот это турборанец. Уморительное занятие. Вот так. Лучше облететь этих шипастиков, из них хочешь жизни сохранить. Так. Ай, блин. Потратил жизнь. Опасно тут, ребята. Вот сталкеров я не люблю. И этих. И брокеров. Вот это брокер. Они так переворачиваются. А, что если его спихнуть? А, не удается спихнуть. Есть. А, он. Ладно, сейчас мы увернемся от этого. От одного из шуркеров. Вообще эти инопланетяне появились еще даже вот в этом. Ну, помните, в траве. То есть не в траве, а в пустыне. На втором уровне они начали появляться. Ладно, тут есть запасная жизнь, как я помню. Мы ее возьмем и продолжим игру. Тут ничего нет, никаких аптечек, к сожалению. Есть. Все, три. Да почему эти шипы все время выдвигаются, когда... Все, ребят, не. Извините, что не смогли пройти эти уровни. Всем пока-пока. В следующий раз я сделаю видео про Майнкрафт.